Так, ну и самое главное, это нужно прокачать всех героев успеть. Дело в том, что если быстро захватить все цели компании, вот эти все территории, то не будет достаточно очков для прокачки всех героев. А их хотелось бы всех прокачать. Этого. Thank you.
Последний вражеский город повержен. Мы победили! Сценарии «Ночные сотни», не знаю почему так перевели, странный какой-то перевод. Южные дюны являются домом для многих экзотических существ. Саламандра – ночное животное размером с воздушный корабль. Ее способность выдыхать огонь делает ее чрезвычайно опасной. Зараза, что коснулась пустыни, потревожила этих диких тварей и сделала их очень чувствительными к границам своей территории. И даже особи, специально обученные алинами для боя, грозят выйти из-под контроля. Мы наткнулись на поселок алинских беженцев, которым пришлось оставить свои дома из-за войны. Сначала эти края показались им раем, но потом пришла тьма, а с ней саламандры. Беженцы попросили нас помочь защитить их новую родину. Значит, тут несколько вариантов есть. Здесь будет три гнезда, и чтобы проще было потом отбивать атаки, лучше всего одно сразу уничтожить. Если ты укрепишь наш город и защитишь людей, мы присоединимся к вам. Чем больше вы построите новых районов, тем лучше. Не выходи ночью из города. Thank you.
нашли царицу Саламандру. Так, тут защитить город. Ну это обычная фигня, вот эта тьма, когда пройдет. Так, и основное уничтожить Саламандр. И здесь вроде как дворцовый район построить. В итоге получается только с двух гнезд будут идти к нам. Thank you.
Саламандры отступают. Они боятся яркого света. Вот если вот это задание выполнить, то появится новый герой. Помоги нам сделать наш город великим, тогда я пойду с тобой. Вот теперь пора идти в атаку. Ударим по саламандрам в их собственных логовах. Thank you.
Теперь мы можем не опасаться темных алинов, по крайней мере, какое-то время. Я пойду с тобой и помогу вам поразить эту чуму в самое сердце. Темнеет. Скорее, возвращайтесь в город, там безопасно. С наступлением тьмы саламандры возобновят атаки. Скоро они пойдут в наступление на город.
Саламандры отступают. Они боятся яркого света.
темнеет. Скорее, возвращайтесь в город, там безопасно. Победа! Мы нашли гнезда саламандр и уничтожили их. Опять. Thank you.